Монастырь Амарас в селе Джучжу Хожавенского района. Гянджасарский монастырский комплекс в селе Венгли Кельбяджарского района. Кафедральный собор и церковь в городе Ханкенди находятся под защитой. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность и охрану материально-культурного наследия и памятников архитектуры, расположенных в Карабахе, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Охрана памятников на указанных территориях находится в центре внимания властей.